В этом году прошло 25 лет со дня трагической гибели основоположника Гагарской абхазской школы номер 1, участника национально-освободительного движения Абхазии, патриота с большой буквы Хараза Хаджаратовича Чамагуа. В связи с памятной датой учащиеся и педколлектив Гагарской средней школы номер 1 имени Хараза Чамагуа, а также его соратники и коллеги возложили цветы к его могиле в родном селе Ачандара. В честь Дня памяти Хараза Хаджаратовича Чамагуа 28 ноября учащийся и педколлектив Гагарской средней школы номер 1 посетили его родное село Ачандара и возложили цветы к его могиле. В 2018 году известному абхазскому учителю исполнилось бы 90 лет. Вместе с учителями и учениками этой школы почтили его память поэтесса Бела Барцыц, член Союза журналистов Валерия Орчугба, а также Венера Хагба, которая работала в Гагарской средней школе номер 1, тогда еще номер 5, со дня ее открытия. Друзья и соратники говорили о Харазе Хаджаратовиче как о патриоте с большой буквы. Благодаря его упорству и желанию в тяжелые времена для Абхазии, когда запрещалось говорить на родном языке, в Гагре появилась первая абхазская школа под номером 5, отмечали они. Поэтесса Била Барцыц рассказала, с какими трудностями сталкивались борцы национально-освободительного движения во время открытия школы. Не менее тяжелым было привлечь учащихся к данной школе, открыть все классы, отметила поэтесса. В доме Хараза Чамагуа гостей радушно встретила его сестра Зоя. Она рассказала, как радовался ее брат этой школе. Он с ней связывал свою жизнь и говорил, что наступят такие времена, когда школа будет переполнена учащимися. Учащиеся школы прочли стихотворение «Белый борцыц», посвященное Харазу Чамагу. По прибытию в село Ачандара участники памятного мероприятия не могли не посетить памятник, посвященный погибшим в Великой Отечественной войне, а также в войне народа Абхазии выходцам села Ачандара. Здесь их встретили учителя и учащиеся Ачандарской школы. Почтив память погибших, отмечали мужество и отвагу абхазских воинов. Поэтесса Била Барцыц прочла стихотворение о войнах Отечественной войны народа Абхазии.